Всем привет, с вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». И сегодня у нас видео благодарность, видео лотерея и видео эстафета. Значит так, начнем с видео благодарности. Татьяна, секрет жизни на даче, большое спасибо вам за то, что в том году вы поделились со мной фитофтороустойчивыми томатиками. В этом году я уже собрала свои семена с этих фитофтороустойчивых. И мне очень понравился этот сорт. Также я хотела сказать большое спасибо. Спасибо Наталье с канала «Притворяем жизнь. Замысел Бога», которая поделилась со мной очень большим количеством томатиков. Многие из которых я в этом году, в 2021, посадила, попробовала. Конечно, очень приятно было получить столько семян, разнообразных, интересных новинок. Для меня это очень большой подарок, ценный. Ценный не в смысле денег, а в смысле того, что сорта действительно очень интересные. Эстафета. Эстафета в чем заключается? Так как вот Наталья начала эту эстафету в том году, я хотела бы продолжить эту эстафету в этом году. Масло масляное, извиняюсь. Но тем не менее, 25 января будет год, как мой канал монетизирован, и в честь этого я хотела бы отблагодарить самых активных комментаторов, садоводов, которым нужно и интересно семена томатиков, и тех, кто... 10 человек, тех, кто в декабре, в январе, до 25 января будет комментировать все мои видео, самые активные, получат по несколько семян томатиков, которые я сейчас назову. А теперь непосредственно к лотерее. Значит, в нашей лотерее участвуют томаты, которые в этом году я испробовала, которые мне понравились, что немаловажно. Значит, в первую очередь я хочу озвучить томат «Малахитовая шкатулка». Зеленовато-желтый. Очень интересный томат. Как муж сказал, я зеленый помидор пробовать не буду. Но, тем не менее, этот зеленый помидор оказался сладкий, достаточно крупный, грамм 250. Видеообзор об этом есть. Прикреплю все видеообзоры по названным томатам в описании. Этот томат, который будет участвовать в лотерее, и я его сажать буду в 2022 году. Следующий у нас томат «Чудо природы» розовый. «Чудо природы» розовый – это томат-гигант, который я смогла вырастить в 2021 году. Видео об этом я тоже прикреплю. Но это самый крупный помидор, который получился. Самый крупный, самый сладкий, самый вкусный. Не побоюсь так сказать. Поэтому он тоже будет участвовать в розыгрыше. И, соответственно, в следующем году его тоже буду сажать. Батяна, я хотела розовый. Показать вам только один томатик. Томатик под названием «Чудо земли розовой». А еще на этом же стеблю вот такой помидорик. Конечно. Томат «Чудо земли розовой». Пытаюсь со всех сторон подлезть, но, наверное... Убираем мусор. Вот на моей ладошке он значительно больше ладошки. Поехали. 503 грамма. Надо было, конечно, ей еще денек постоять, но я нетерпеливый человек. И да, конечно, я уже продегустировала. Я даю этой помидорке 10 из 10 баллов. Есть очень... Ура, ура, ура! Прошлый мой рекорд был 503 грамма. Помидор «Чудо природы». Батяня розовый. Несмотря на то, что его посадила очень поздно, он очень высокорослый, но тем не менее он тоже очень порадовал меня. Единственный минус по этому сорту, по крайней мере, так получилось у меня, в нем очень мало семян. Сколько я не разрезала плодов, семян практически не было. Может быть, они у меня не успевали дозревать, хотя лежали, дозревали уже розовый-розовый и полежал в неделе две. В общем, я нашла с него всего 3 семечка. Но если очень кто хочет, я поделюсь, по одной семечке положу. Томатик, сорт «Батяня». Сорт «Батяня». 474 грамма. Ну, тут плодоножка тут еще такая. И тот, который практически дозрел,
230 грамм. В принципе, неплохо. Пришло время дегустировать томат сорт Батяня. Не дозрел, хотя он полностью дозревший. Томат спринт-таймер розовый. Этот томат действительно спринт по количеству помидор. Несмотря на то, что розовые помидоры сами по себе достаточно крупные, практически все из тех, что я сажала в этом году, спринт-таймер удивил меня тем, что на одном томате, считала на камеру, было больше 25 достаточно крупных, ну, момент, зеленых помидор. От 50 грамм, грубо говоря, до 200 грамм. Больше 20 штук. Спринт-таймер. Такой красавчик висит. Точнее, их несколько красавчиков. Крупные. Плодов много на кустике. Форма немножко удлиненная. Что, пришло время дегустировать спринт-таймер. Сначала мы его взвесим. Как я и говорила, 234 грамма. Он поменьше, чем... Вот такой он сахарный. Красивый. Мне чисто внешне он очень нравится. Так, это были крупноплодные. Теперь среднеплодные. Томат, сорт Потеряшка. Очень мне понравился. Буду сажать в следующем году. Участвует в розыгрыше. На кисти тоже 20-30 помидор. И несколько кистей прям созревает одновременно. Ну вот они мне нравятся тем, что они висят прям такими красивыми гроздями. Их достаточно много. И дальше же, смотрите какой, в баночку прям самое то. Так что всем рекомендую. Достаточно обильный. Обычно такими гроздями и через листик гибриды растут. Это вроде как не гибрид, сортовой томатик. Так что еще раз всем рекомендую. Достаточно плотная шкурка кожица. Очень хорошо подойдет для заготовок. Я резала в морозилку на пицце. Достаточно плотная, удобно. Томат монгольский карлик. Семена есть, могу поделиться, но... Именно в нашей местности, Московская область, рядом с рекой, этот томат 50 на 50, могу сказать, об удачном выращивании этого томата. С одной стороны, он очень обильно плодоносит, особенно в парнике ему очень нравится, но ему нужно очень много места. То есть, если его подвязывать и обрезать, вести в несколько стволов, то он мало даст томатов. Если он раскидывается и лежит на земле, томатов много, но фитофтора настигает его раньше других. Могу порекомендовать с более сухим климатом людям этот томат. Так, что еще могу сказать? Фитофтор устойчивый, да, конечно. Он, несомненно, лучше других. Но тоже подвергся у меня фитофторе. Но после обрезки продолжал расти и радовать. Я вовремя его обрезала. И, соответственно, он еще примерно месяца полтора плодоносил. Очень успешно. Также я бы хотела сказать, несмотря на то, что сегодня я говорю про томаты, хотела бы поделиться с вами семенами, которыми со мной поделилась Наталья, «Притворяя жизнь, замысел Бога». Перец мини-коричневый шоколад. Июнь 2021 года. Сколько на нем плодов? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вот такой у нас красавчик перец. Шикарный перец. Я даже не знаю, как его можно нахвалить. Во-первых, он невысокий, как конфетка. Очень маленький. Сантиметров 5-6, не больше. Но его на кусту так много. Единственное, что у меня нет обзора полноценного по этому перцу. Потому что он у меня рос среди высокорослых перцев и среди фитофтор-устойчивого помидора.
То есть показать конкретно этот перец я на камеру не могла. Но есть видео, где там зеленых перцев очень много. То есть видно наглядно, дочка даже считала, плодов очень много. То есть перец раннего созревания и плодоносил до конца сезона, до заморозков. Всем рекомендую попробовать. В следующем году я также буду сажать еще новые сорта помидор. Новые для меня. Это у меня будет утенок. С Белгорода мне поделились семенами. Но я не могу ничего сказать об этом сорте лично из своего опыта. Могу сказать, что он томатики кисло-сладкие, среднеплодные. Также среди этих, которым со мной поделились семян, у меня есть сорт Ляна. Тоже среднеплодный для закатки. А вот еще интересный сорт хотела вам рассказать. Кто-нибудь, может, слышал? Кримсон коктейль. На момент, когда я ездила в гости, когда меня угостили несколькими помидорками этого сорта, помидорки небольшие. Больше, ну, чуть-чуть больше черепов. Но сам томат высокий и фитофтороустойчивый. То есть на момент Московской области, конец августа, он, когда у меня уже помидорки почернели, на этом томате грузди помидоров висели нетронутые. Мы уже ели, помню, вот такая красота. В гостях сегодня я. В партах огрызки вечно валялись. 12 сентября, Московская область. Вот такая прелесть растет. Не подвергается фитофторе. Красота. Слов нет. Для нашей Московской области это, наверное, самый лучший помидорчик. В принципе, что еще могу сказать? Поддержите меня комментариями и поддержите меня эстафетой. Напишите в комментариях, кто хочет провести подобную эстафету и поделиться семенами. Я никого не призываю, прям вот это, как говорится, дело добровольное. Просто со мной поделились, и я хочу поделиться с вами. Поэтому участвуйте в моей лотерее и пишите в комментариях. До 25 числа участвую в лотерее до 25 января. Всем до скорой встречи. С вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». В описании и в закрепленном комментарии будут указаны семена, которые я отправлю в благодарность 10 участникам розыгрыша или лотереи. Всем еще раз до скорой встречи!